Добро пожаловать на канал Вкусно. Сегодня мы с вами приготовим суп из брокколи. Все ингредиенты крупно порезать и бросить в кипящую воду. Добавить оливковое масло. Накрыть крышкой и оставить вариться на маленьком огне на 15 минут. После чего снять с огня, взбить блендером и добавить любимые специи. И все хорошо перемешать. Суп готов. Приятного аппетита!